Лес рубит, щепки летят, а потом становится основой ландшафтного шедевра. Людмила Туманова, оформляя дачный участок, обнаружила, что в Самаре материалы для создания клумб никто не производит. Пришлось заказывать из других городов и переплачивать за доставку. Так и родилась идея производить цветную щепу самой. Теперь в древесных породах Людмила разбирается не хуже любого дровосека. Елки не очень нам подходят, в плане подходит только ствол, потому что никаких мелких веточек, мусора не должно быть в щепе. Она должна быть красивая, презентабельная. Вот. Соответственно, нужна хорошая древесина. То есть тоже идет отбор. Открыть свое производство позволила победа в конкурсе «Мама-предприниматель». Ежегодно ученики Высшей школы международного бизнеса при экономическом университете борются за грант для старта своего бизнеса. Выиграть полдела, рассказывают специалисты. Главное – продержаться хотя бы первый год. Больше половины начинающих предпринимателей сдают позиции именно в это время. Тем более, что конкурсанты по регламенту – молодые мамы. Проект «Мама-предприниматель» является социальным, направлен на развитие предпринимательства среди женщин, которые находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, как очень активной категории людей, готовых что-то делать. Уборка Самары практически завершена, и наш телеканал принимал в ней активное участие. Теперь самое время украсить чистые дворы зеленью и цветами. Мы решили разместить клумбы перед домом, где располагается наша редакция. Пришлось подключиться к посадочно-декоративным работам. Украсить клумбу декоративной щепой не так сложно, как кажется на первый взгляд. На самом деле занятие очень захватывающее, да и пахнет свежей древесиной очень приятно. Кроме того, эта щепа полезна для земли. Такую клумбу можно поливать раз в неделю, да и пропалывать особо часто ее тоже не надо. Появление чудо-клумбы местным жителям пришлось по душе. Очень хорошо, нравится, особенно приятно, что заботятся уважаемые горожане о трудовом народе. Вы знаете, все, что красиво, все очень приятно и для души. И настроение поднимает. Сейчас клумба радует яркой расцветкой декора, но совсем скоро она покроется цветочным ковром. А когда подходишь к редакции, запах словно оказался в сосновом лесу. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.